В начале октября 1918 года на углу Ильинской и Торговой улиц выстрелом из револьвера был ранен гражданин или товарищ Новичков, проживавший на Торговой улице в доме номер 75. Тяжело раненого его отвезли в земскую больницу, где он и скончался, так и не узнав о том, что совсем скоро власть в городе снова сменится, ведь на дворе стоял октябрь 18 года. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».